Гороскоп на 12 ноября. Овен. Излишняя уверенность в своих силах может привести к конфликту с близким человеком. Постарайтесь проявить больше внимания и окружить своих близких теплом и заботой. День является чистым. Хорошо прощать обиды, выполнять просьбы и проявлять милость. Телец. Прекрасный день для решения ваших материальных проблем. Денежные поступления не заставят себя долго ждать. Особенно удачно пойдут дела у людей, связанных с искусством. Ваши начинания принесут реальные плоды. Близнецы. Вас подстерегают хлопоты. Вероятно, вы будете вынуждены отменить долгожданную поездку и вместо приятного отдыха взвалить на себя дополнительные обязанности. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме и к каждому предложению. Вероятно, вас попытаются обмануть. Рак. Сегодня возможна повышенная работоспособность. Вы переделаете массу дел, особенно таких, которые требуют концентрации внимания. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Однако не следует ничего бояться, так как вы теперь в состоянии все преодолеть. Лев. День благоприятен для обращения к начальству. Не исключены положительные изменения в карьере. Планы и намерения следует держать в секрете, иначе козни недоброжелателей или зависть сотрудников могут помешать прогрессу в делах. Что касается личной жизни, постарайтесь проявить больше внимания близкому человеку. Дева. Первая половина дня может оказаться неблагоприятной из-за вашей амбициозности. Вы будете вынуждены отменить отдых, а вместо него взвалить на себя дополнительные обязанности. Если назначена деловая встреча, осуществите ее во второй половине дня, так как в первой, возможно, вы не сможете принять правильного решения. Весы. Отложите дела и проблемы, с которыми сейчас не можете справиться. Постарайтесь переключиться со своих проблем на помощь друзьям, близким или детям. Скорпион. Скорпионам рекомендуется провести вечер при свечах. Откажитесь от алкогольных напитков, так как вероятны головные боли и плохое самочувствие. Стрелец. Не назначайте сегодня никаких деловых встреч или любовных свиданий. Вероятны жаркие споры по принципиальным вопросам. Важные дела следует перенести на вторую половину дня. Козерог. Благоприятный день для начала нового дела или установления новых отношений с партнерами. Нестандартный подход к привычным обязанностям станет залогом будущих успехов. Водолей. Рекомендуется посвятить этот день духовному совершенствованию. Вас ждет приятное приглашение, которое не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей. Рыбы. Возможно, многие рыбы окажутся перед сложным выбором, касающимся направления их деятельности. Вероятны конфликты с коллегами. Проявите сдержанность в чувствах. Не следует огорчаться из-за каждой мелочи. Это был астропрогноз на 12 ноября. Прислушайтесь к советам звезд.